Ребята, всем привет! Всем привет! Поздравляем вас с праздником Наврус-Байрам! Да, всех с праздником! И угадайте, что мы сейчас будем делать? Я буду делать это в первый раз, Нурик, 101 раз. Угадали? Мы идем кидать шапку! Да, я знаю одно такое нормальное место. Такая. Ну, один дом, вилла. Один дом, золотое жило. Где хорошо всегда кидают, да? Я помню, в детстве я туда 8 раз подряд кинул одну и ту же шапку. 8 раз подряд. И 8 раз подряд они нам туда что-то сыпали. Вот я сейчас туда поеду. Сейчас я вспомню какой-то дом. Мы прям как какие-то, знаешь, читеры. На машине едем шапку кидать. Я ну чтобы спрятаться. Сейчас просто светло, блин, и как-то стыдно уже. Взрослый. Стыдно, люди по 26 лет и бегать, убегать от шапку кидать и убегать. Мы сейчас шапку кинем, быстро в машине спрячемся и. Это знаете, как вот в Украине, не знаю, в России, может, тоже есть, у нас называется колядование и посевание. Это на Рождество дети ходят с пшеном, там, с крупой, и заходят в дом, сеют и рассказывают, там, щедривки, колядки, им за это дают сладости. Тут немножечко по-другому. Ну, в общем, мы сегодня будем... Мы почти подъезжаем уже к этому дому. Собирать дань. Все, мы прибыли на локацию. Идем? Или кто? Я или ты пойдешь? Ты иди, я тут посижу. Да давай ты же никогда этим не занималась. Я лучше посмотрю, как это делать. Да она боится. Ладно, сейчас пойдем. Я вам дом показывать не буду, потому что это наше место. Мы только... Да. Фу, шапку бросили. Там какие-то звуки были за дверью, голоса. Ну так, стремновато немного было. Ну, потому что, мало ли, там, знаете, выйду, там, скажу, что вы кидаете шапку? Потому что сейчас такой период, что все эти сладости уже подорожали, да, они очень дорого стоят, и людям не всем приятно, когда им бросают шапки, кидают. Так как эти орешки, фисташки всякие, не знаю, там, пахлава, шакербурана стоят сейчас, ну, недешево. Поэтому люди не хотят делиться. Так, сейчас мы подъезжаем и смотрим. Что там? Там, есть походу, что-то есть. Серьезно, там, походу, что-то уже... Так. Все, подарочки! А сейчас там глазок смотрит какой-то. Да. Давай ты забери, ты, слушай. Нет. Я положу, а ты заберешь. Ну ладно. Заберешь? Да, давай. Давай. Я даже поснимаю. Я на школьника больше тяну, чем ты. Да, а то скажу, блин, взрослый мужик. Давай, Ир. Быстро. Выбегай. Есть что-то? Серьезно? Яблочко, конфета. Кота, да? Это кота. Да, это то, что мы приготовили. Конфетка. Орешки. И лесные, да, вот эти орешки. Да, и все. Отлично вообще. Капец. Ну что, будем продолжать, Ир? Ну давай еще один раз. Тебе понравилось? Да. Так. Ну, кстати говоря, мы можем сюда еще скинуть шапку, я уверен, что они опять туда что-то покладут. Да не, давай новое. Не, ну конечно, уже само. Тут еще одно местечко есть. Господи. Знаешь, как зажрались. На машине ездят. Конфеты собирают. Ты спряталась так, типа? Я боюсь, что ее увидит. Ну, пока тихо. Я, правда, шапку не вижу, но дверь пока не открылась. Так. Ну, тут пакетик. Ок, походу, кто-то открыл. Как думаешь, что-то покладут или нет? Может быть. Мне, кстати, однажды шапку водой облили. Почему? Чтоб ты не ходил? Не знаю. Я помню, тут одно место было. Короче, бросили шапку с ребятами, наши шапки полили водой. Ты, видимо, задолбался, думает, блин, хватит мне шапки кидать уже. Ну так просто можно не выходить, да? Зачем? Так, сейчас проезжаем мимо того дома. Смотрим. Что мы видим? Нифига, не, да? Не, нифига. А я даже вот так сейчас выйду наглую и пойду возьму шапку, похер.
Жалко. Стыдно, пускай вам будет. Вообще, блин, такая хата большая, блин. Смотрите, она четырехэтажная, чтобы вы понимали, и зажлобились. Маленьким деткам, блин, сладко они дали. Ну, родинчику с Ирочкой зажали. Нам вчера стучались вечером, сегодня тоже днем постучались. Мы так, не знаю, то, что там Ира приготовила, сладко, там фрукты положили. Положили, да. Да. Ну, хотя, может, там дома никого не было, о чем мы на них наговариваем, да? Наверное, где-то сейчас в Сейшелах отдыхают. Шекербурушки там кушают. Шекербуру с Семеной с собой взяли, поехали отмечать Новый Байрам. Что, еще куда-то там попробуем или уже все? Да уже все. Все, они мне испортили настроение. Давай вечером сходим еще. Давай. Всем привет! Мы сейчас направляемся в Нагорный парк. У нас там будет фотосессия, потому что мы поняли то, что у нас совершенно уже нет фотографий, все они какие-то старые, а новые сейчас почему-то мы не делаем, ну и красиво как-то мы не сможем сделать так, как сделает их фотограф. Поэтому у нас получилась такая возможность. Ну да, это наша первая фотосессия, кстати. Да, первая. Я даже не знаю, как там себя вести, что я вообще не особо позирую, у меня обычная поза. Да, это смотреть... твоя проблема. Главное не смотреть в камеру. Интересно, как будет. Но обычно фотограф всегда помогает, координирует, так как он знает, как лучше выглядеть в кадре, поэтому, думаю, с этим проблемой. Ну, я не очень люблю такие, знаете, ванильные фотографии, когда там, ой, там палец целует, там девчонки. Ну да, такие какие-то позы поставленные. Да, я думаю, что мы не будем так выглядеть. Да, ну мы сейчас я предупредим. Мы надеемся на это, да. Хотелось бы какие-то более оживленные фотографии, настоящие. Вот, поэтому посмотрим, что с этого выйдет. И, конечно же, вы отправляетесь с нами наблюдать за всем этим. В общем, ребята, мы только что пришли аллею Шахидов. Вот, как можете наблюдать. Вот тут очень много людей. Не ожидали, на самом деле. Супер погода. А, не, ну что, у нас же праздники, да, да. Сейчас никто сейчас, ну, кроме меня, никто сейчас не работает. Вот, погода вообще шикарная. Вчера было ветрено, холодно. Да, а сегодня тепло. Сегодня просто супер. 15 градусов. 15 градусов. Под солнцем вообще даже, можно сказать, жарко. Вот, сейчас будем фоткаться. Подошла к концу наша фотосессия. Это наш фотограф Света. Что ты скажешь про нас вообще? Как мы? Насколько мы деревянные? Насколько мы деревянные, да? Классные вы, ребята. Классные, да? Но на самом деле. Да, такие мы есть. На самом деле это наш первый фотосессия, поэтому посмотрим, что получится. У меня первая фотосессия в Баку. Да, кстати, да, Пёфта Сибаку. Мы оставим ваш инстаграм, да, у вас же есть инстаграм? Инстаграм, ВКонтакте, да. Да, ВКонтакте ставим все ссылочки. Все ссылки. И вы же часто будете, да, приезжать в Баку, получается. Ну вот, будьте тоже обращаться. В общем, будем с вами сейчас делиться своими эмоциями, своими впечатлениями после фотосессии. Нам очень сильно понравилось, потому что это был такой всплеск эмоций. Это, ну, мне кажется, что это по-любому будут живые фотографии, потому что мы там и танцевали. Ну, вот Нурик вставил, да, видео, да. Там, где мы танцевали под танго, там, где мы дурачились. То есть это такой был взрыв эмоций, да? Не часто такое бывает ведь. Да, но еще мне очень понравилось то, что как вообще нас направляло фотограф. Да, ее зовут, ну, видно, Света. Да, видно, что профессионал и, ну, реально молодец. Потому что поначалу я стеснялся как-то фоткаться, но она...
Ну да. Объяснила, то есть рассказала, как нас психологически настроила, что, ребята, не нужно стесняться, тем более вы же видеоблогеры. И вот как-то вот у меня вот это все прошло, и вроде бы начали нормальные фотки делать. Да, потому что мы не особо фотогеничные, как-то, ну вот нету в нас вот этого вот. Но все равно она помогла, она уже со своим опытом, да, своим видением подкорректировала где-то. И под конец мы уже, да, раскачались, и как-то вообще было хорошо и легко. Поэтому реально советуем. Она будет в сентябре, да, кажется, сентябре, в следующий раз в Баку. Да, в сентябре будет. Она сама из России. В общем, большой-большой от нас лайк и респект. В общем, мы пришли в гости к моему другу. Не надо вообще обращать внимание, просто это Орхан. Он не хочет сниматься на камеру, но его жена, она активно снимает. У него в Инстаграме есть своя страничка. И она хочет начать свой YouTube-канал, но недостаточно поддержки. То есть она боится, на самом деле, пока что снимать. Но я думаю, что в скором времени она будет снимать. И это идеальный вариант для многих наших подписчиков, потому что, получается, она будет снимать только нас в женском языке, ну, для начала. И у них есть маленький ребенок, зовут его Угур, он очень прикольный мальчик. И я желаю ей удачи, чтобы она реально начала снимать, чтобы ничего не боялась. И мне кажется, у нее это будет очень хорошо получаться. В Новрус Байрам как накрывают стол? Вот так вот это происходит. Это получается самани. У нас бывают сухофрукты на столе, сладости всякие, орешки. И это, кстати говоря, пахлава шакербура, которую испекли сами ребята. Тут еще получается это бадамбура и ширинговал называется. Что такие типа яйца крашеные, и они так вот наряжены. Да я скоро с этими праздниками распухнувши. То мы эту кету дома кушаем, то шакербуру, то пахлаву. Поэтому... Да, в общем, это Айдан, и давайте поддержим ее, чтобы она начала снимать свой YouTube-канал, у нее все получится. Короче, сейчас будет битва яиц, битва украинского яйца против азербайджанского. Так, кто ты бьешь или я бью? Давай, давай я буду бить. Давай. Я могу? Еееее! Так нечестно, сломался. Давай теперь тупым концом. Давай. Теперь я бью. Ну что ж, ребят, вот такая у нас была неделя активная. Если честно, я устал за эту неделю, потому что мы ходили и на фотосессию, и к друзьям. Еще было там день рождения у племянницы. Там очень много тоже готовили всякие вкусняшки. Мне кажется, что люди только думают, что у нас какие-то одни праздники. Но мне кажется, на самом деле так и есть. Да, не, ну март, у нас март, да, был такой праздничный был. В общем, ребята, ставьте нам лайки, напишите комментарии, как вам этот влог. И всем пока. Пока.